Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы посоветовать вам канал Гусяра. Он снимает видосы на проекте Machine Holy Play и снимает также другие игры. Поэтому заходите на его канал, обязательно подписывайтесь, давайте его поддержим. Просто берите, подписывайтесь, ставьте ему лайки, пишите приятные комментарии. Повторю, ссылочка на его канал будет в описании. Поэтому просто переходите, подписывайтесь и давайте его поддержим. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервер. Не забывайте вводить маник при регистрации, я думаю, вы это все знаете, поэтому вам объяснять не нужно. Просто вводите мой ник, качаете до 3 уровня, я получаю 250 тысяч, и 150 тысяч я даю вам. Все, я думаю, с этим все понятно. Я почитал ваши комментарии, и вы написали, чтобы я сделал вебку поменьше, я это сделал. Сделаю чуть-чуть поменьше, поэтому надеюсь, так будет нормально. Как бы я читаю все комментарии, поэтому можете писать там, что добавить, что убавить там и так далее. Сегодня у нас новая серия, в этой серии вам покажу небольшое обновление, которое я буквально только что узнал. Большое спасибо моему подписчику, который написал, вот, Коля. Коле большое спасибо, короче, он написал мне про это обновление. Теперь рулетка дается не как всегда, а нужно открывать инвентарь, вот, нажимаем инвентарь. И вот, здесь есть ящик Пандоры. И мы открываем этот ящик Пандоры, и здесь находится рулетка. Давайте я прям при вас его открою, так, использовать. Поздравляю, из ящика Пандоры выпала бронзовая рулетка. Все, отлично. Так, а мы можем еще раз его открыть? Нет. Ящик Пандоры открывать можно только раз в 2 часа. Ну, это прикольно, на самом деле. Типа, теперь в день можно будет, я так понял, получать несколько рулеток. Я не заходил в официальную группу, я не читал. Возможно, там об этом что-то написано. Обновление я вам показал, такое мелкое. Но суть видео не в этом, а в том, что я хочу себе купить какой-то недорогой внедорожник, но для этого мне нужно продать какую-то из своих машин. И я хочу продать вот этот Volkswagen Polo, в принципе, потому что у меня нету места, чтобы машину купить. Я не помню, есть ли на серваке Нива, либо УАЗик, но надеюсь, что есть. Так, пишем селкар. Все, я могу прямо ее здесь продать. У меня 459 тысяч. Теперь я беру вертолет, и мы летим в автосалон, пацаны, низкого класса. Вот мой вертолетик, в принципе. Давайте увидимся уже именно в автосалоне. Я, кстати, пацаны, все еще болею, но мне уже намного, на самом деле, лучше. Ну, пока что мне лучше. Вчера мне было довольно-таки плохо, но сейчас мне реально довольно-таки хорошо. Более-менее нормально. Да, есть там насморк, кашель небольшой, но в целом все нормально. И я извиняюсь, если я там какой-то потный на камере, потому что у нас сейчас жара плюс там 35 градусов, поэтому, пацаны, очень жарко. Поэтому у меня окно открыто, если будут посторонние шумы там, то тоже не обращайте внимания. Так, я вижу, по-моему, уже буханку, это хорошо. Даже две буханки я вижу. Это реально хорошо. Я на самом деле хотел какую-то Ниву купить, но походу нам придется покупать именно буханку. Потому что буханка, ну, это довольно-таки хороший внедорожник. Для чего вообще я хочу купить себе какой-то внедорожник недорогой? Для того, чтобы поехать на горы. Здесь недалеко есть горы, но это уже будет в следующей серии. В этой серии я хочу купить машину, немножко ее затюнить. И потом уже в следующей серии мы поедем, получается, на эту гору. Кстати, вот Нива здесь есть. Стоит она 140 тысяч, а буханка стоит 75 тысяч. Но мне на самом деле больше как-то Нива нравится, потому что, ну, буханка... Да, это хорошая машина, но внешне, типа, блин, она мне как-то не очень нравится. А вот Нива довольно-таки, кстати, симпатичная машина. Что здесь вообще делают, вот, i8 там и так далее? Что они здесь забыли? Кстати, вот еще одна буханка. 78 тысяч. Это стоит 75 тысяч, это 78. Видите, здесь окна закрыты, а там окна, короче, открыты. И поэтому между ними все-таки есть разница, но я склоняюсь больше к Ниве. Реально, склоняюсь больше к Ниве. Давайте побегаем, посмотрим, что здесь еще есть. Кстати, можно купить баги. Можно купить внутри баги, потому что это, типа, тоже внедорожник, только сколько он стоит? Давайте посмотрим. Стоит... Сколько, блядь? А, 175 тысяч, мне показалось 1 миллион 750 тысяч. Блин, я даже не знаю, типа, что интереснее будет, Нива, либо баги. Как бы, блин, Нива, я думаю, это банально, поэтому, может быть, баги купим все-таки. Я думаю, это будет прикольно, тем более, у меня баги не было на родине. Да вообще, нигде у меня, по-моему, баги не было, поэтому... Я не знаю, я бы хотел, чтобы вы посоветовали мне, что мне выбрать, но...
Давайте, наверное, все-таки купим баги, потому что Нива как-то банально, а вот баги, как бы это тоже, по сути, внедорожник. Скорее всего, баги больше подходят для пустыни там какой-то, либо еще что-то, но... Давайте купим, почему бы и нет, давайте, короче, покупаем 175 тысяч. Все, покупаем. Так, отлично, 175 тысяч я за нее дал, и у меня остается 280 тысяч. Так, давайте замерим ее максималку сначала, я хочу посмотреть, сколько она едет, это... Бричка, так сказать. Так, заводим двигатель, включаем фары и давайте попробуем развить максимальную скорость. Нихера себе, 146. Я думал, где-то соточку будет ехать, а она едет довольно-таки неплохо. Ладно, поехали тогда в тюнинг. Конечно, снежкой мы мало что сможем сделать, потому что как бы баги не красятся, разве что может быть диски поставить. И то я не знаю, ставятся они на нее или нет, на этот баги. Ну, я считаю, что я сделал правильный выбор, потому что, ну... Как бы Нива это все понятно, а вот баги это как бы, ну, такая необычная машина, необычный транспорт, и я считаю, на ней будет поинтереснее там по горам поездить. Поэтому я считаю, что я сделал правильный выбор, но вы можете написать свое мнение в комментариях. Так, заезжаем, так, винилы, диски, давайте посмотрим диски. Винилов, понятное дело, нету, а вот диски. Здесь есть какие-то внедорожные колеса, я не помню. По-моему, нету, кстати. По-моему, нету. И это довольно-таки хреново, потому что нету внедорожных шин, да? А, нет, есть. Нет, это стандартный. Блин, я тогда не знаю, что делать. Типа, я хотел какие-то внедорожные колеса поставить, но у меня стоит мод на диске, я не знаю, это родной или нет. По-моему, не родной этот мод на диске. И здесь, короче, нету, получается, внедорожных шин. Поэтому я не знаю, есть ли смысл вообще их ставить, эти колеса. Ну, можно, конечно, что-то поставить, чтобы она просто смотрелась как-то. Кстати, можно вот такие диски поставить, типа, видите, у нас синий амортизатор и будут синие колеса. Блин, я не знаю, типа, я хотел, чтобы это был просто внедорожник и ставить на него такие колеса, я не знаю, типа, это нормально или нет. Ладно, давайте поставим, почему бы нет, диски стоят 160 тысяч, все, я купил. Так, выезжаем и поехали посмотрим, что мы можем сделать еще на оставшиеся деньги. Блин, за все мои деньги, я надеюсь, что у меня хоть какие-то деньги останутся, чтобы... Хотя бы дома платить, потому что он может слететь. Так, заезжаем. Тормоза, так, двигатель. Давайте посмотрим, 220 тысяч, блин. Надо что-то поставить, чтобы была скорость быстрее. Так, 230 тысяч, тоже дорого. Так, подвеска, давайте посмотрим. 290 тысяч, тоже дорого. Так, сцепление. Так, давайте посмотрим, стоит оно 190 тысяч. Видимо, нам сейчас ни на что не... Так, снижение веса, кстати. Так, вот, 60 тысяч, отлично. Покупаем. Так, резина, давайте посмотрим резину. Так, разгон, во. Мне не хватает денег. Так, а может у меня донат есть, кстати? Мне подписчик звонит, но я пока что немножко занят, я ему чуть позже отвечу. Так, вот, 96 тысяч, отлично, все, у нас есть бабки, пацаны. Так, тогда покупаем резину еще, чтобы у нас максимальное ускорение было. Так, и у нас остается 70 тысяч, и нас эти 70 тысяч... Мы, скорее всего, ничего себе не купим, да? Сцепление сколько стоит? 190 тысяч. Да, все, выезжаем, короче. Мы ничего больше себе не купим. Давайте трубку возьмем от подписчика. Так, напишем алло. Привет. Давайте напишем ему привет. Посмотрим, что у нас напишет. Так, давайте, хорошо. Я не, конечно, люблю, да, видео. Я не люблю, конечно, когда мне звонят, когда я снимаю, потому что это очень сильно отвлекает. И да, передай привет Максим Путбулове, передаю тебе привет. Так, давайте напиши передам. Сейчас подарок жди. Окей. Так, он написал, чтобы я ждал подарок. Скорее всего, он сейчас мне деньги скинет. Кстати, можно было бы гидравлику поставить, но это точно будет перебор. Так, давайте разгоняемся. Посмотрим, как она вообще едет. Кстати, вот мой Лана стоит. Я его никак не могу домой перепарковать. Но вот эту тачку нужно будет точно домой припарковать, потому что в следующей серии, повторюсь, мы поедем уже на горы. Очень прикольные горы. И попробуем, на что способна эта тачка. Кстати, она полноприводная? Нет, она заднеприводная почему-то. А Нива, по идее, была бы полноприводная. Ну, блин, хреново, да. Можно было бы, конечно, и Ниву взять, но эта тачка будет поинтереснее. Точнее, это транспорт. Это трудно назвать машиной, потому что, ну, это, по сути, картинг, баги. Ну, короче, вы поняли, что это такое. Поэтому вот такие вот дела. Поехали домой, я ее припаркую сейчас, 153 км в час, максималка. Ну, в принципе, скорость нам здесь не нужна, нам нужна именно проходимость будет. Ах, блядь!
Короче, пацаны, мне Максим перевел 550 тысяч. Я ему говорю большое спасибо за это. Реально, сейчас деньги тем более нужны. 550 тысяч довольно-таки неплохая сумма, поэтому, Максим, перейду тебе еще раз привет и большое тебе спасибо. Все, заезжаем в гараж, ставим машину. Блин, я реально сейчас очень жестко расчихался просто. Я, скорее всего, это вырежу, потому что я много раз чихал просто, вы бы охренели. Я сначала 5 раз чихнул подряд, потом еще раз 2 раза. Короче, это пиздец, я не знаю, либо у меня какая-то аллергия, либо просто какая-то болезнь непонятная. Ну, короче, неважно. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующей серии мы уже поедем на горы. Давайте постараемся набрать на этой серии, ну, минимум 50 лайков, а желательно 100 лайков. Все ссылочки есть в описании, заходите на родину играть вместе со мной, вводите мой ник. Всем пока-пока.